Школьный чемпионат в этом сезоне собрал на спортивных площадках 263 команды из более чем 150 школ республики. Они были разбиты на 4 дивизиона. Игры велись на спортивных площадках Йошкар-Олы, Звенигово, Кужинера и Нового Тариала. На каждой из них ребята старались показать настоящий баскетбол. В баскетболе очень важная командная работа. Нужно понимать друг друга, видеть, отрабатывать комбинации. Я скажу, что в баскетболе важен командный дух и воля к победе. В баскетболе в прямом смысле так и образно важно чувство локтя. Только в первом случае это способ защиты от нападения, а во втором из команды складывается дружный коллектив. Это прекрасно понимает учащаяся Юринской средней школы Арина Иванова. Кстати, во многом благодаря ей команда попала в тройку призеров. Коллективная игра очень важна в баскетболе, потому что нужно прислушиваться к мнению всех. И благодаря, наверное, из-за того, что мы вместе все играем, это нам, как видите, мы можем выигрывать. В финальных играх будут играть 4 команды юношей и столько же команд девушек. Молодые люди из Йошкар-Олинской гимназии номер 26 и 9-й столичной школы, а также из 2-й Сернурской школы и 4-й школы Волжска, будут бороться за первое место. У девушек представлены команды Козьмодемьянского лицея, 2-й Кужинерской школы, школы номер 3 из поселка Советского и Йошкар-Олинской гимназии номер 26. Финалы пройдут 27 и 28 февраля в спортивном комплексе «Витязь» поселка Медведево. Валерий Вязников, Константин Югов, Вести Марий Эл, Йошкар-Ола.